Добрый день. Меня зовут Дмитрий Краснолобов, и в рамках следующей лекции мы рассмотрим с вами практические вопросы о подготовке возражений на акты налоговых проверок и жалобы в вышестоящий налоговый орган. Указанные вопросы являются крайне важными в силу того, что наиболее качественному налогоплательщику на сегодняшний день удается защитить свою позицию на досудебной стадии. Лекцию смотрите на видеоконсультанта.